Здравствуйте! В эфире интернет-магазин kd.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про топор Колун фирмы Леонард Мюллер. Называется он Динамакс. Это топор Колун, на который есть у фирмы Мюллер патент. Основное изобретение здесь это вот как раз вот этот вот манжет, приваренный к голове топора. Вот, как видите, здесь как такового всада нету. То есть вот эта голова, она целиком кованая. И к ней уже приварен вот этот вот манжет из 3-миллиметровой стали, в которой уже вставляется рукоятка. Рукоятка в данном случае выполнена из ореха, из американского ореха гикори. Вот, видите, здесь произведена она в США. Ручка прямая и на конце такой набалдажничек, чтобы рука у нас не соскакивала, когда мы колем дрова. Рукоятка вставляется в этот манжет и закручивается уже таким вот винтом. Внутри стоят амортизирующие прокладки. Во время рубки, колки дров этим топором отсутствует вибрация. То есть это специально Колун был создан, эта система, что она гасит вибрации, которые идут от колки, от дров, да, на рукоятку. Тем самым, плюс еще деревянная рукоятка, да, тем самым мы бережем свои мышцы, предплечья от ненужных нагрузок. Сама голова топора 2,5 килограмма, плюс вместе с ручкой, то есть общий вес составит 3,650 килограмма. Значит, голова топора выполнена из... Вернее, она сделана, у нее такие щечки, так называемые, конические, которые позволяют раскрывать, расщеплять бревно. То есть этим колуном мы колем достаточно крупное. Поленья раскалываем, чурки. Сталь здесь. Австрийская сталь из нижнего региона Австрии, из Каринтии. Твердость где-то составляет 55 ХРК порокового. Это говорит о том, что сталь здесь оптимальна, вот эта твердость, она оптимальна для топора колуна. То есть она не перекаленная, она не крошится, и в то же время она достаточно твердая. То есть это вот оптимальная твердость для топора колуна. Он, топор достаточно мощный, тяжелый, поэтому расколются любые поленья. Ну и самое главное, при колке дров я бы сказал, что практически при каждом ударе мы рискуем попасть по топорищу. И практически у всех топоров колунов здесь такая выбоина. Да? Выбоина это происходит из-за того, что когда голова топора входит в бревно, да, мы попадаем топорищем по дереву. То есть это происходит, я бы сказал, что даже практически при каждом ударе. Здесь же у нас идет защита топорища с помощью этого манжета. И вы, попадая по деревяшкой по этому манжету, вы просто не вредите, да, самому топорищу. Вот это, то есть это самое главное. Да? Обычно делают колуны и топоры, и здесь такой ставят типа вот такого манжета, там такой защита.
Здесь же это как бы целиковая конструкция. Еще один важный плюс этого топора, то, что нет вот этого всада, да, и топор не рассыхается от перепада влажности, от перепада температуры. То есть вы его можете хранить в сарае, даже во влажной среде, и не бояться того, что придя за топором, взяв его в руки, он у вас будет болтаться там. Когда нужно рубить, вы колоть дрова, вы занимаетесь подгонкой топорища, да? То, либо мы кладем ведро для того, чтобы оно разбухло. Здесь же таких проблем нет. Плюс, очень просто менять здесь топорище. Если когда-нибудь с этим топорищем что-то случится, да, мы просто откручиваем этот винт, вставляем туда новое топорище, которое можно приобрести в интернет-магазине kado.ru, закручиваем винт обратно, все, топор готов к работе. Это замечательный топор, я очень его рекомендую к покупке. Вы будете им пользоваться долгие-долгие годы, с ним никогда ничего не случится. И в то же время он такой вот стильный. Здесь красная краска, здесь тоже покрашена красной краской. На ощупь, да, вот эта гикори, она дерево гладенькое, покрыто он здесь лаком. Да, еще хотел сказать про, вот как раз, да, остановимся, про гикори, про дерево гикори. Гикори обладает дерево таким свойством, что когда, если вы его раскалываете на две части, то у нас эти две части, они не разлетаются в разные стороны. То есть дерево как бы болтается вот на этих волокнах. То есть его, грубо говоря, невозможно вот на две части переломать. Да, как вот если взять ясень, например, либо березы, ясень, либо березы. Вы просто на две части разламываете, да, у вас в руках две части. А здесь у вас все это болтается на таких вот волокнах. То есть вот это отличие основное. Поэтому вот в премиальных топорах, например, Grand Frostbrook с фирмы, и Леонардо Мюллера в серии Байбер Классик используется, они используют вот именно дерево гикори. То есть она намного интереснее, намного прочнее ясеня. Так что покупайте этот топор в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.